Так, народ, привет! Это колесный вентиль на моих митсубишевских дисках. Диски оригинальные, но вентили тут позорные, китайские, видите, они уже такие вот. Вот уже три штуки я достал. Видите, это скорее всего какой-то сплав типа алюминия. Очень мягкий, очень крошится сильно, и он покрашен желтеньким чем-то. Вот. А должен быть латунь, как говорится. А вот это вот латунь ваговский от Volkswagen. Один вентиль стоит что-то 250 рублей, по-моему. Видите, какой он красивый. Вот это латунь. Настоящая. Вот. Три колеса я уже сделал. Вот стоит четвертое колесо. Сейчас я вам покажу, как это делается. Нужен набор от Лейкота. Я в конце видео вставлю от него упаковочку. Сейчас я просто на складе у себя. Вот. Вот такой вот набор Лейкота. Так, ну давайте надо открутить у старого вентиля колпачок первым делом. Взять специальное приспособление, либо советский колпачок вот такой, которым можно все это дело, грубо говоря, выкрутить. Берем мыльный растворчик. Вот такой. Ну, можно кто-то силиконовую смазку берет, но я силиконовую смазку не люблю, она там останется. Вот туда. Такой вот крючок лейкотовский. Вот так вот аккуратненько. Можно вдавливать. Можно молоточком. Все, прошел. Поворачиваем на 90 градусов. Цепляем его и вытаскиваем. Все, вот видите. Достал. Теперь берем, грубо говоря, тряпочку, аккуратненько там все прибираем, да, черноту всякую, грязь и прочее. Вот компрессора-то у меня нету здесь на складе. Можно компрессором подуть, можно протереть. Новый вентиль ваговский, специальную оправку. Можно, конечно, не обязательно эту Лейкоту покупать. Ее сейчас нигде и не купишь еще. Я одну из последних купил. Вот. Можно сделать самому, это несложно. Так, здесь нужна еще одна оправка. Вот такая вот специальная, видите, конусообразная. Забиваем оправку. Надо следить, чтобы она не вылетела. Да. Следить, чтобы она не вылетела. Вот так вот вдавливаем туда. Держим оправку. И тихонько забиваем. Все, прошло. Теперь аккуратненько достаем и, покачивая, все, усели. Уселся. Вот он уселся, товарищ. Выворачиваем. Осталось только накачать колесо. Вентиль установлен ваговский. Потому что это китайские вентили, это они слизываются, резьба. И потом, когда хочешь накачать компрессором, насосом, одеваешь сюда, они слетают. Ну, короче, сгрызается эта алюминиевая резьба с золотым напылением. Такие вентили лучше не ставить. Обычно это происходит так, когда приезжаешь в шиномонтажку на замену колес, и тебе предлагают, например, говорят, у вас уже вентили немножко трескаются, давайте поставим другие. Берут, например, ваши хорошие заводские вентили и ставят вам китайские по 50, по 99 рублей, грубо говоря, херню вот эту. Вы потом ездите и мучаетесь. Вот так вот выглядит набор.
такой красивый. Я его где-то около 2000 купил. Но говорю, сейчас такой вы найдете, не найдете. Ну, если постараться, сделать оправку можно самому. Крюк, это любая стальная проволока, наверное, подойдет. Это можно, наверное, использовать что-то вот подобное. Да? Обрезать в нужном месте. Потому что вот это посадочное место, оно намного уже на других дисках. Это у меня зимние диски. Вот, и сюда оправка стандартная, ликотовская, не влезет. Они тоже, видите, рваные все. Вон там трещины. Да? Это тоже позорные вентили, которые мне поставили. Для чего-то, не знаю. Я тогда еще не разбирался в этом. Мне говорят, поставить? Я говорю, ну поставьте. Поставили, все, я теперь мучаюсь. Хрен накачаешь колеса уже теперь. Вот. Можно использовать вот такую вороночку. На этом я с вами прощаюсь. Кому видео было полезно, ставьте лайк. Всем всего доброго. До свидания.